И всем привет, с вами Алик. Сегодня вторая часть видео про стартап. Во второй части расскажу больше про как участвовать в самих стартапах. Так, а чтобы узнать больше про Gate.io, у нас есть целый плейлист, там около 50 роликов, и все они полезны для тех, кто хочет узнать больше про Gate.io. И еще у Ростикса есть телеграм-канал, где он рассказывает свое мнение про крипту, что покупает и покупал. И недавно рассказал о аирдропе, в котором он, конечно же, участвовал. Там надо было просто свапнуть. И он, конечно же, свапнул. Так что подпишись туда. И еще есть мой канал. Скоро-то появится видео, где я расскажу о себе, что я делаю для Ростиксона и что я делаю в целом. Ну а чтобы участвовать в стартап на Gate.io, тебе надо VIP-статус минимум первого уровня. И у тебя, конечно же, есть вопрос, как получить этот VIP-статус. Первый вариант, ты делаешь торговый оборот минимум 1,5 биткоин в течение месяца. Плюс холдить 20 GT. Если что, GT это токен от Gate.io, Gate токен. Он стоит примерно $6. Второй способ, просто держи 100 GT токенов, и тогда вам дадут VIP-статус 1 в течение 14 дней. Ну, то есть надо его держать 14 дней. То есть 2 недели. Ну а третий, как по мне, самый лучший. Ты держишь любую крипту, вообще любую, даже USDT, но в размере 0,05 биткоин. Это главное. Как говорил, ты можешь использовать даже USDT. Но самое главное, размер 0,05 биткоин в течение 24 часов. В первом способе надо держать месяц, во втором 2 недели. Ну а в третьем 24 часа. И тебе дадут VIP-статус. По мне, самый лучший способ это третий. Но выбор, как всегда, за тобой. То есть выбираешь удобный способ для тебя, делаешь его, и за это ты можешь получать токены. И так зарабатывать $5-15. Но есть исключения. Ты можешь заработать как и больше, как и меньше. Так что изучай проект, смотри про него, читай. И чтобы быть уверенным, что ты на нем заработаешь. А чтобы пользоваться стартапом и в целом Gate.io, тебе надо зарегистрироваться там. А это можно сделать по ссылочке в описании. Так ты получишь бонус, а именно скидку на торговые комиссии. Так ты поддержишь меня и в целом канал. У меня что-то там упало. Когда я делал этот ролик, я устал. По голосу это понятно. Так что подпишись и напиши комментарий. Так я буду мотивирован делать больше видео. Спасибо. Но есть один подводный камень. Чем выше у тебя VIP-статус, тем больше ты можешь заработать. Например, ты хочешь участвовать в аирдропе. Там тебе надо примерно 20 USDT для одной доли. Их у тебя никто не заберет. И ты даже не платишь комиссию. Есть одна формула у Gate.io. 1 умноженное 1 умноженное на 10. То есть, если у тебя VIP-статус 1, это 1 умноженное на 1 умноженное на 10. Если 2, 2 умноженное на 20. Так ты получишь 100 долей, если у тебя VIP-статус первого уровня. А если тебе надо для одной доли $20, за 100 долей 200 USDT. Напомню, они должны быть на балансе, никто их не заберет. То есть ты просто фиксируешь эти деньги. То есть сверху будет написано, сколько надо, чтобы airdrop запустился. Мне кажется, это не проблема. Ну а чтобы посмотреть все условия, кролим вниз. Видим тут условия, там везде должны быть галочки. Если нету галочки, то почитай, что надо сделать. Итак, на этом заканчивается вторая часть про стартап. Напиши свое мнение про стартап. Подпишись с колокольчиком, чтобы не пропустить новые видео. Переходи в телеграм-канал Ростиксона и на телеграм-канал Gate.io. Регайся по ссылке в описании, так ты получишь бонус. Скидку на комиссии. Будь осторожен, пока.